Глава региона Алексей Русских провел очередной строительный час. Чиновники и подрядчики обсудили строительство школ, физкультурно-оздоровительных комплексов и фельдшерско-акушерских пунктов на территории нашего региона. Одной из тем совещания стало изыскание денежных средств на строительство теплосети для новой школы в Димитровграде. Теплосеть будут строить в два этапа. На эти цели выделят 12 миллионов рублей в сентябре, 8 миллионов рублей в феврале 2022 года и остаток 19 миллионов рублей в августе 2022 года. Общая сумма финансирования объекта должна составить 39 миллионов рублей. Мы готовы выделить данные средства за счет финансовой помощи из федерального бюджета. Также обсудили разработку дорожной карты по финансированию строительства ФОКа в поселке Кузоватово. Комплекс будет состоять из универсального спортзала, плавательного бассейна, зала для настольного тенниса и административных помещений. Сметная стоимость строительства ФОКа составляет более 219 миллионов рублей. Глава региона строго оценил работу, проведенную ранее на объекте. Все было четко. С подрядчиками надо рассчитываться вовремя и в срок, и... Но подрядчику, может быть, лишнего на себя не брать. По словам руководства Кузоватовского района, объект находится на завершающей стадии строительства, несмотря на возникшие финансовые сложности. Вся спортивная общественность региона с нетерпением ждет, когда завершится строительство. Я надеюсь, что этот момент мы усилиями все-таки мы достроим. Вы очень позитивно настроили. На строительном часе также поговорили о строительстве ФАПов. По информации подрядчика, три фельдшерско-акушерских пункта на территории Ульяновской области почти готовы к вводу в эксплуатацию. В селе Алагулово Меликесского района ФАП готов на 77%, в селе Екатериновка на 79%. Началось все в мае и продвигается все как по плану, как задумали, так все идет. Планируем закончить... В конце августа. Идет все пока, все хорошо. Алексей Русских держит на личном контроле все вопросы, озвученные на совещании. Напомним, глава региона проводит строительный час еженедельно. Министры во главе с губернатором обсуждают вопросы строительства социально значимых объектов для региона, особенно тех, где есть бюджетное финансирование. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.